Анель Аринова многим известна как бывшая участница популярного гёрлз-бэнда Кешью, а некоторым уже как вполне самостоятельная певица. Ее клипы крутят по телеку, девушку то и дело приглашают в различные шоу. Но если ты захочешь почитать ее интервью, да и вообще узнать о ней что-либо, инфы не сыщешь днем с огнем. Мы решили исправить эту оплошность и устроили улыбчивой красотке допрос с пристрастием, который начали с самого дорогого – семьи. Я могу сказать, что я родилась музыкальной семье. Наверное, я продолжаю мечту своего папы. Я думаю, наверное, каждому родителю это приятно, когда их птенец до чего-то достигает. Хотя я не скажу, что я там чего-то достигла. А еще репортеры-хедлайнеры заметили странную тенденцию. То и дело, имя или фамилию исполнительницы пишут неправильно. Вот как прокомментировала это явление сама страдалица. То я Арипова, то я Арынова. Я помню, даже в школе аттестат мне выдали, не с моей фамилии. И я была и Адель, еще кем-то, еще. Я не знаю, как в принципе можно путать, но вот путают. Ну и само собой, мы поговорили о творчестве, а точнее, о самом начале карьеры певицы. Наверное, многие не могут предположить, что до Кешью, до группы я пыталась работать сольно. Недавно, по истечении уже 10 лет, да. Мне звонит одна из моих знакомых и говорит: «Анеля, ты запела сольно?» Я: «Нет». Она говорит: «Странно, я, знаешь, я купила диск, сборник видео узбекских, киргизских, казахстанских, и там ты!» Я: «Да», я говорю, «да ты врешь». Представляете, я приезжаю, пиратский диск, да. Я включаю, мне настолько стало смешно, потому что там был мой клип. Но теперь-то Анель действительно самостоятельная певица. Каково же это? Даже сейчас, по истечению времени, да, и уйдя с команды Кешью, я чувствую, что да, сложновато. Потому что ты один, на сцене ты один, и везде ты один. Так уж и одна. Завидная невеста решила не развеивать свой устоявшийся образ и ответила довольно туманно на вопрос о жизни личной. Почему-то иногда некоторые коллеги говорят, что я замужем. Или, к примеру, очень часто вопрос от девочек. У нас с Айкыном была фотосессия. Вот эта фотография попала в интернет. И по сей день мне в интернете маленькие девочки, я не знаю, ну, маленькие в любом случае, они пишут мне: «А вы жена Айкына?» И когда я отвечаю: «Нет, я не жена Айкына», значит, вы не Анель Аринова. Надеемся, хедлайнер не зря донимал певицу вопросами. Уверены, что ты теперь не спутаешь ее ни с кем другим и при встрече не назовешь ничьей женой.